Вот, это мы, да, это мы вот Риксос премиум бодрум. Посмотрим сейчас территорию. Номера мы уже посмотрели. Ресторан Туркуаз. По-моему, в Сигейте тоже был Туркуаз ресторан, если не ошибаюсь. Риксос, да? Да? У меня Вавуся специалист по Риксосам, он знает. Бассейн. Ну вы обновили вообще вот, да, вот эту зону бассейнов? Полностью. Полностью. Вот это. Ты посмотри, этот кисклав, он просто. Да? Он да? Просто вообще внутри бомба. Ну, Вове дадим, он сходит и снимет нам Kids Club. Ты, да, Вов? Я сама прям посмотрю. Да, ну хорошо, я сама прям посмотрю. Вот своя какая-то атмосфера такая, но вообще бомба. И такие лежаки, вот, ну, как бы вот хорошие, качественные, стильные, да, такая территория. Это ну... такое вот прям спокойствие, спокойствие. Вообще просто какая-то нирвана, ты знаешь, здесь. И посмотри, какой спуск у нас, вот есть соседние, да, там да. какой-то обрыв. Да, и какой цвет подлоги. Водички хороший, да. да? Здесь даже когда ты купаешься, посмотри, какая у тебя красота. То есть ты вся в зелени. Да, да. Мне тоже понравился этот отель. Да. И пляж хороший. Пляж хороший. Да. Так при всем при этом Бипремиум, он же дороже, чем Риксос. Да ты что? Она ну, мне сказала, кажется, да. Она сказала... В прошлом году он был дороже. Нет, она сказала, что этот отель поднялся цена. Ну, может быть, Риксос стал дороже. Надо вот приехать и проверить цену. Надо приехать, ну, потому что, здесь ну, как бы вот если выбирать между Бипремиум и. Риксос, то реально, конечно, ну как бы. Можно потерпеть. А посмотри, какой, да, какой угу. пляж, какая вот водичка сказала, хорошенькая. Что вот, да, что это вот все. Ну еще... просто смотри, Вов, души на пляже. Для тебя же это очень важно. Там тоже ты нашел, да? Нет, ну, нет, ну посмотри, единственное, как-то просто... непонятно, хватит всем мест или не хватит. Сейчас они, загрузка видимо, маленькая. Этих лужайках, возле этого бассейна, ну да, они же могут всю эту лужайку нет, заставить перед лежаками. И цвет воды такой шикарный, да, да вот да, вообще. Да. И пирс такой. Ну вот он, да, смотри. А какой вот этот ресторан People's модный? Да, вообще, да. даже лучше, чем в Египте, в Сигейте. Да, смотри, как тут классно, стильно, да? Очень. И какой вот вход в море? Песочек, вот маленький ребеночек забегает, да? Посмотри. Как заходит маленький ребеночек в воду, бегает, там прыгает, и действительно очень классно.